Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Марина Африкантова вышла из изолятора и сразу же попала в руки Ивана Барсикова. Молодой человек встретил ее с цветами, с шарами и романтиком. Они проводят много времени вместе. Маргарита Куксенко, бывшая девушка Барсикова, о приходе которой давно ходят слухи, уже подала заявку на кастинг. Но Иван говорит, что он против ее прихода, она ему не нужна. Андрей Чуев, как вы помните, заявил, что отправляется в отпуск вместе с дочерью и на целый месяц покидает проект. Татьяна Владимировна Африкантова думала, что на самом деле Чуев будет проводить время не только с Лизой, но и с бывшей женой, которая привезла дочь из Дубая. Что Таня Киося хочет соблазнить бывшего мужа и вернуть его в семью. Но опасения женщины не оправдались, Андрей проводит время с бабушкой, с дочкой и с другом. Африкантова-старшая хочет подать иск на Семена Фролова за оскорбительную песню, которую тот про нее написал. Но у сейшельцев иммунитет, потому что на островах нет изолятора. Но в скором времени он появится. Даша Криворученко устроила урок свидания для Венцеслава Венгржановского. Она была учительницей с указкой, а Венчик – учеником. Но как только она начала его поучать, Венц психанул, перевернул стол и ушел. Он считает себя опытным 34-летним мужчиной с двумя браками за плечами. Он сам во всем разберется. По просьбе зрителей на проекте судили Ольгу Рапунцель за неправильный образ жизни, за странные отношения с Димой Дмитренко, а также ее обвинили в пропаганде порноиндустрии. Иск не был удовлетворен. Большинство ребят решили, что Ольга невиновна и в изолятор ее сажать не надо. Завершились съемки второго этапа конкурса «Человек года». Во время исполнения участниками песен в жанре шансон их вновь закидывали различными продуктами и предметами. При этом каждый выступающий должен был набирать на телефоне заданный текст. Элла Суханова и Лена Босс рассказали о том, что после своих выступлений еле отмыли волосы и с трудом расклеили ресницы. Эллу облили медом и посыпали перьями, а Лене достались кетчуп и майонез. Ольга Райская безумно рада тому, что хорошо выступила. Ее хвалили как наставники, так и любимая ведущая Ольга Бузова. Тата Абрамсон тоже принимала участие во втором этапе. Она не прошла отборочный тур, но ведущие дали ей иммунитет и возможность пройти дальше. Ну а в третьем туре участникам Дома-2 предстоит петь оперные арии. Об этом по секрету поведала Руслана Мишина. Лично ей досталась ария из оперы «Улетай на крыльях ветра». Костя Иванов разбил голову Саши Гозиас. Поводом для конфликта стали комментарии на странице Саши в соцсети. В них девушку в очередной раз упрекнули в неверности Кости. Гозиас обратилась к Иванову за поддержкой, но в ответ услышала лишь колкие и нелестные шутки. Разгорелась ссора, во время которой Костя бросил металлическую вешалку в голову своей второй половинки. Конечно же, ребята расстались. Но не прошло и дня, как Гозиас уже загрустила. Она признается, что любит Костю, и ей очень больно от расставания. Бывший участник проекта Алексей Самсонов может стать кандидатом в Госдуму от партии «Роста». Он будет баллотироваться по Волжскому избирательному округу. Об этом сообщил сам Леша, а также информацию подтвердили в пресс-службе партии. Самсонов говорит: «Я готов встречаться со своими избирателями и разговаривать на любые темы. Никакого криминального прошлого у меня нет, провокаций я не боюсь». По поводу скандального шоу, да, был я там 3,5 года. Но это два совершенно разных человека, что я там, что я здесь. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.